Все больше примеров на селе, когда крестьяне открывают небольшие цеха, занимаются выпуском сельхозпродукции, заполняя таким образом местный рынок и снабжая население продуктами первой необходимости. Немало таких сельхозпроизводителей и в Кордайском районе. В этом убедились, побывав там, наши корреспонденты. Житель Кордайского района Марат Сатыбалдиев – человек деятельный. Открыв небольшой цех по производству сыра и брынзы, уже завоевал популярность среди своих селян. Оно и понятно – молочная продукция добротного качества и по приемлемой цене привлекает все большее число людей во всей Кордайской округе. Сырье берет у своих селян по 70 тенге за литр. В день удается собрать порядка 500-600 литров и выпускать 200-300 килограммов сыра и брынзы. Все сырье обязательно подвергается тщательной лабораторной проверке, говорит хозяин. Чтобы выпустить продукцию, надо крутиться сутками. У нас есть свои холодильные установки. Наш товар хорошо уходит в два местных магазина. В будущем хотим расширить рынок сбыта и отправлять продукцию в две наши столицы – Алматы и Нур-Султан. В планах у предпринимателя вместе с рынком сбыта расширить и само производство. Товар на месте уходит на расхват, и двигаться надо дальше. Выпускать больше, уверен крестьянин. И рабочих искать не нужно. Желающих из числа местных больше, чем достаточно. Так что я, выходит, и работодатель, говорит Сатыбалдиев. А это ко многому обязывает. Куляш Мурзакова, Иркин Катбеков, 77 News, Кордайский район.